Управление автомобильного транспорта – одно из крупных подразделений Алмалыкского горно-металлургического комбината, основная задача которого – обеспечение груза и пассажироперевозок. В состав ОАТ входят 5 автобаз и ремонтно-хозяйственный участок. На балансе управления 923 единицы транспортных средств, в том числе современные легковые автомобили с автоматической коробкой передач. При этом ранее некоторые виды ремонта автотранспорта, в том числе коробки передач, доверялся специалистам подрядных сервисных организаций. В последнее время такой ремонт в автобазе номер 1 выполняют самостоятельно. Управление автомобильного транспорта 1 автобаза имеет более 200 легковых автомашин современного типа с автоматным коробком, двигатели все электронные. На сегодняшний день мы сами ремонтируем вот эти электронные автомашины, автомат коробки Каптива, Малибу и других автомашин легковых. До этого у нас не было такой ремонтной части на автобазе. Мы должны были обратиться к другим организациям, другим фирмам. На сегодняшний день мы организовали ремонт легковых автомашин на нашей автобазе своими силами, с нашими слесарями. Отметим, что в автобазе номер 1 более 580 единиц автотранспорта, которые обслуживает подразделение АГМК. Дефицит транспортных средств из-за вынужденного простоя на ремонт влияет и на скорость некоторых производственных процессов. Поэтому 58 слесарей по ремонту автотранспорта первой автобазы стараются как можно быстрее и качественнее выполнить все необходимые работы. При этом в день они обслуживают примерно 50-60 автомобилей. Нам обходилось расход ремонта в одной машине более 80-90 миллионов. На сегодняшний день то, что мы ремонтируем, обходится на 10 миллионов. Добавим, что специалисты автобазы номер 1 не останавливаются на достигнутом. В планах на ближайшее будущее внедрение самостоятельной компьютерной диагностики автотранспорта, которая также ранее осуществлялась сервисными компаниями. Этот процесс позволит значительно сократить время на решение организационных вопросов, связанных с ремонтом, на сам процесс диагностики, а также повлияет на экономию средств и снижение себестоимости продукции, выпускаемой на комбинате. Как следствие, повысит рентабельность производства.